Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет свыше 53% голосов во втором туре президентских выборов, который пройдет 28 мая. Это следует из опроса турецкого исследовательского фонда, результаты которого опубликованы в газете «Хюрриет». В нем приняли участие в общей сложности более 3000 человек в 26 провинциях страны. В опросе принимали участие граждане в возрасте 18 лет и старше, имеющие право голоса и проживающие в Турции. В первом же туре президентских выборов в Турции Эрдоган набрал свыше 49% голосов, а Кылычдароглу около 45%.